Мне кажется, друзья, что как-то так к Новому году у нас преображается. Да? Эй! Исюня! Там получили мы посылочки. Сейчас Валика Сатуна ведет. Будем распаковывать. Так. Чувствую, там уже кто-то что-то распаковывает. Но, друзья серебристые, Маня, Маня, Маня. Мань, я вот кого стою, жду? Что? Я понимаю, что ты хочешь туда. Что ты нашла? От своенравная стала. Посмотрите, это тот ребенок, который голову не мог поднять. Который два шага не мог пройти. Маня. А теперь она на одной лапке ежится. А другой манго сушеный вытаскивает, да? От уж! Вадя, у тебя снизу Маня. Она присматривается к шали, когда ты ее скинешь. Степ, Степа. Пасик такой. Да, Жоечка, да. Жоя красивый мальчик, да. Жоя красавчик, да. Манечка, что? Помните, друзья? Опа, опа. Помните, как Маня хвостом всегда бегала за Степкой? Сейчас ситуация поменялась на 180 градусов. Маня теперь абсолютно самодостаточная, самостоятельная девочка. А Степа, Степа, вот сейчас выйдет Жорик, понимаешь, места мало не покажется. А Степка теперь всегда следует за ней. Маня раз, ага, тепленько, Лизаночка. Степа. Жорик такой смотрит, думает, что за наглость, а? Маня, ай, занавесочка тебе, оно надо, да, я уже понимаю, кто у нас будет обдирать занавесочки. Что ты взял? Сейчас подметем. Полы в 10-й раз с утра протрем. Да, Мань? И будем посылки распаковывать. Вот я не знаю, каким-то удивительным образом они все время пачкаются, эти полы. Степа! Ну не стаскивай Маню! Я тебя укушу! Посмотрите, друзья, как Маня уже подружилась с карамелькой, да? Манечка. Так, на кыс-кыс-кыс пошли все. Это не вам. А не надо, скажи, давать, пока мы тут. Не-не-не. Что у них? Давай вот это вот протрем. Вот, друзья, вот так у нас и ловится воришка. Мы не могли понять. Несколько дней уезжаем. Ты посмотри, что делается. Да. Оставляем на столе конфеты красный мак. Глянь. И несколько дней на полу съеденная конфета. Одна обертка. Мы не могли понять. Я говорю, ну мышей у нас нет. Столько котов. Мышей нет. Я что-то сразу говорю. Ваня, говорю, это Бася. Маня,
Стой, стой, что ты, как ты зацепилась так? Сейчас переделаю тебя. И вот сейчас мы не знали, как его поймать. Ты посмотри, он поймался на сушку. Это ж какая должна... Глянь, он целую разрывает. Ладя. Это какая должна быть вкусная сушка? Ты посмотри. Бася, ты спалился. На сушке. Я не успела убрать, Вадь, забери у мамы. Что? Сушку. Не, нет, ты ей там оставь, пусть кушает. Я имею в виду пакетик, потому что сейчас все произойдет. Да, Бася. Что, сушка застряла, да, в горе? Бась, так ты у нас конфетоман. А мы думаем, каждый день на полу по обедке. Смотри, что это за мышь такая у нас появилась? Ты посмотри, Маня с котенком, а? Заменяют теперь Люську. С двумя. Там еще два? Да, там Катамирка, и Кожик, и Компот. Вон. А тот? Ты посмотри, как им хорошо. Вот все повторяется. Вот как Люська возюкалась с котятами. Ну, Маня, конечно, понежнее. У Люськи своя тактика. Кирочка, тебе такая красивая перепала игрушечка, да? Ой-ой-ой-ой. Вкусная сушка, да? И даже Жорочка. Мой мальчик, он красивый попугайчик такой. Да, Батя, спалился ты. Спалился на Тверской сушке. Значит, вот кто. Ага. Конфеты у нас поедает. Пионерит. Я только не поняла, по какому мячику, по розовому, наверное, вот это надо было. Вать, надо ей одеть как-то. Маня, 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 а подожди, подожди, подожди. Мань! Памперсы чуть по-другому. Возьми ее, Маню. Я сейчас ей перестегну памперсы.